Седьмая лекция. Глобально мы сегодня занимаемся расширением наших знаний об объектах в C++, в частности, в сравнении с питоновскими объектами. Первое. Наверное, вы помните, что в питоне существовали экземплярные атрибуты и классовые атрибуты. Я напомню, что у нас было. У нас была возможность создать класс и сделать атрибут не в конструкторе init, а сделать какой-то атрибут, ну давайте я назову его x, в качестве вот x, и я заложу туда список. X список. Сделать это не в конструкторе. И второй вариант, да, я делаю в конструкторе, там он назывался init, как помните, да? И я в конструкторе создавал, прошу прощения, self. Точка. Ну, например, y, и закладываю туда пустой список. Да? То есть у меня в итоге, когда я создам экземпляр, когда я скажу a равно a, то у меня там есть у a два атрибута. То есть если я посмотрю dir a, то у меня что будет? У меня там будет, ну, кроме всякой фигни, которая автоматически добавляется, у меня там будет x и y. Да, ну и давайте я прям так напишу a.x и a.y. Ну, в смысле того, что он a не будет писать, как я dir скажу. Да, но тем не менее, факт есть факт. У меня есть атрибут x и есть атрибут y. Они одинакового типа, лист. Они оба пустые, они ничего не содержат. Понятно? Ну, понятно, да? Ну, давайте единственное, что, я не знаю, может быть, туда что-нибудь положить? Давайте что-нибудь положим. А вы зря не пишете, мне кажется. Несмотря на то, что это питон, да, и все равно лучше бы писать. 1, 2, 3 я туда положу. И сюда положу 1, 2, 3. Вот, ну, соответственно, списки каждый содержит 1, 2, 3. Но фишка такая произойдет. Если я создаю второй экземпляр этого же списка, то окажется, что у меня a.x и a.y, да, это две ссылки, да, это две ссылочки, указывающие на, в случае x, на глобальный список a.x. То есть для класса тоже есть атрибут, и к нему можно обратиться напрямую. Да, а, ну да, я тут напишу для симметрии, что dir b вернет нам то же самое, естественно, что есть b.x и b.y. Вот. a.y указывает, собственно, на, ну, a.x это список. Давайте так я сделаю. Нет, это указывает на объект. Указывает на объект 1, 2, 3. И этот указывает на объект 1, 2, 3. Но b.x указывает, это ссылка, которая указывает на тот же самый 1, 2, 3. А b.y, он другой. Это ссылка, которая указывает на отдельный список. 1, 2, 3. Понятно? Или, короче говоря, у меня существует глобальный a.x. a.x существует и указывает на этот самый классовый атрибут. Классовый атрибут. А если уж совсем честно сказать, то вот этих ссылок их даже и не существует. Вот этих ссылок в принципе и не существует. a.x и a.y, да, вот касающихся a.x и b.x, прошу прощения, этих ссылок и не существует. Но когда я буду спрашивать a.x или b.x, то питоновский интерпретатор поищет, а есть ли у объекта a
экземплярные атрибуты, которые конкретно ему принадлежат. Такой атрибут X. Смотрит, а такого нету у него собственного. Нету у него икса. Тогда он, вместо того, чтобы сразу дать отказ и сказать, извините, такого атрибута нет, начинает его поиски. И начинает он его поиски по иерархии классов. Ну ладно, пусть там сейчас иерархии не будем трогать, но он ищет этот атрибут в классовых атрибутах. То есть те, которые общеклассовые. Вот у класса А есть общий на все экземпляры один единственный список X. То есть этот X отсылает нас к X этого самого класса, а уже A.X это вот оно. Понятно? Если конкретизировать те последствия, которые из этого возникают, то возникнет следующее. Что я B.X нулевое присваиваю 0, распечатываю A.X нулевое и вижу 0. Понятно? При этом Y у них, естественно, там индивидуально, свой, свое. Ясно? Вы поняли суть? Да. Вот. А в C++ то же самое можно сделать. Как это сделать в C++? Вот эту фишку, да? То есть у нас как бы одна... Да, кстати, в C++ можно сразу сказать, что это у нас будет принадлежать какой памяти? Сегменту дата, статическая память. Да, то есть оно будет, вот этот объект, существовать, ну, в питоне там по-другому, но вот в C++ этот объект будет существовать всегда. То есть даже в момент, когда еще ни один экземпляр не создан, на питоне, в принципе, эта логика тоже бы работает. Я уже могу обратиться к A.X и сказать A.X append 4. Понятно? То есть я глобально к классовому атрибуту, к этому списку, пихнул еще и четверку. Да? То есть очевидно, что я могу к нему обращаться, независимо от экземпляра в принципе. Ясно? Так, ну что же. Реализовываем такую штуку на C++. Называется... статические атрибуты. Статические атрибуты класса. Реализуется очень просто. Независимо от квалификатора доступа, это не касается его, да, ну, допустим, у меня будут сейчас будет класс, который считает свое собственное количество. Даже не знаю, как его назвать. Давайте кролик. Класс Rabbit. Я делаю так. В конструкторе класса у меня кролик будет увеличивать количество кроликов. Общее. В деструкторе класса, как только перестал существовать кролик, деструктор отрабатывает, у меня счетчик количества кроликов будет уменьшаться. Естественно, что этот счетчик должен быть классовым атрибутом, да, ну или, короче говоря, статическим на языке C++, да, в терминологии C++, статическим. Ну, я его сейчас для начала сделаю публичным. Никаких других атрибутов у меня не будет. Кролик у меня ничего больше не содержит. Экземплярных атрибутов не надо. Так, забыл скобку. Итак, поехали. Паблик. Что я делаю? Я назову это дело каунтер. Итак, я пишу static int counter. Static int counter. Ну, дальше что? Конструктор и деструктор. Конструктор кролика. Я сделаю конструктор кролика по умолчанию, то есть без параметров. Конструктор кролика по умолчанию, что он делает? Он увеличивает counter плюс-плюс. Деструктор кролика. Деструктор всегда без параметров. Да? Что деструктор будет делать? Он будет писать counter
минус, минус, точка, запятая, фигурная скобка. Ну, на этом пока все. Можете себе припасти место, чтобы не переписывать. Тут еще сейчас кое-чего добавится. Можно оставить. Теперь use case. Как я собираюсь этим воспользоваться? Вот смотрите сюда. Я пишу функцию. Ну, давайте я сейчас что-нибудь еще дополнительно добавлю. Функцию не int, а void f. Внутри этой функции я создаю кролика rabbit. А? Да? А, вот функция раз, и функция закончилась. Да? Раз, два. Да, прошу прощения, вот здесь вот я хотел бы тоже оставить одну строчку. Да, сейчас я впишу. А здесь int main, в которой я, во-первых, создаю кролика. Rabbit x, запятая y. А, да, стоп. Давайте так, не во-первых создаю кролика. Я хочу, чтобы был момент, когда кроликов нет еще. Я хочу узнать текущее количество кроликов. Вот, собственно, и вывести его на экран. Что я сделаю? Я сделаю cout, но что? Мне нужно доступиться к, слава богу, публичному атрибуту, но кроликов еще нет. Как я поступал в питоне? Я обращался к имени класса. Да? Но если я напишу rabbit точка counter, то он мне скажет, извините, rabbit не является экземпляром, это имя типа. Понятно? Поэтому точку здесь писать нельзя. Но у меня класс автоматически создает одноименное себе пространство имен. То есть переменная counter, будучи статической, она принадлежит пространству имен rabbit, и она там одна единственная. Поэтому я имею полное право обратиться к ней как к части пространства имен с двумя двоеточиями. Rabbit, два двоеточия, counter. Я не буду писать handle, сокращение строки, понятно, да? Таким образом, я смог доступиться к статической переменной до того, как появился хоть один кролик. Затем, пожалуйста, я могу создать парочку кроликов, x, y, да, и снова вывести cout rabbit 2 двоеточие counter. А мы не мусор увидим? А? Хороший вопрос. Хороший вопрос. Ну, давайте сейчас вот это пока закроем, да? Да, ну, видите, вот этих двух кроликов я создал в глобальном контексте, в main, да? И они у меня теперь до конца main будут существовать. Поэтому их уже не перестанет быть. То есть ноль кроликов я больше не увижу. Да? Но я могу что сделать? Вызывая функцию, кролик создается, при закрытии функции он уничтожается. То есть я могу, в принципе, сделать, что я могу вызвать функцию f, да? В процессе работы функции f я печатаю количество кроликов, да? Rabbit counter. А по окончании я снова еще раз печатаю количество кроликов. Простите за длительные повторения. Ну вот. Два двоеточия. Count. Ну, на этом все. Кстати, я тут узнал, что функция main в современном стандарте может быть безретерна. Она обязана быть int, но может быть безретерна, тогда она ретернит 0. Так специально сделано в стандарте, на всякий случай. Кстати, а мы не можем counter просто аточкой x точка counter? Можно. Так можно, да. То есть он одновременно, как и в питоне, он одновременно как бы экземплярный. Более того, ну, а, кстати, ну вот видите, изнутри, из метода, я ведь его никак не подписал ему, что rabbit, то есть просто counter и все.
То есть отличить его экземплярно он или классовый, да, то есть статический, можно только глядя в описание класса, где написано слово статик. А вот теперь вопрос насчет мусора. Действительно я увижу мусор. Точнее, мог бы. Но дело в том, что все статические переменные, поскольку они обрабатываются на этапе компиляции, они пробиваются ноликами. То есть весь сегмент дата в ноликами забит по умолчанию. Да. В экзешнике, да, то есть вот то, что вот. Нет, оно именно ноликами. То есть если бы это было на стеке, если бы это была динамическая память, там мог бы быть мусор. В данном случае оно забито ноликами, и поскольку int это дополнительная двоичная запись, в которой чистые нолики битовые означают ноль, то там будет ноль. Так что и не мусор. Но! А вдруг я хочу этому каунтеру все-таки выдать какое-то начальное значение? Могу ли я сделать это прямо тут? Нет. Не могу. Не могу. Потому что это все-таки переменная, а не константа. Но если бы это была константа, то я имел бы право так сказать. Вот если static const, то я имел бы право так сказать. А почему я не имею права так сказать вот тут? Дело в том, что инициализация подразумевает уже наличие конкретной ячейки памяти, конкретного адреса в объектном файле. Ну, то есть, когда будет транслироваться, у меня должна быть конкретная ячейка, и она должна быть только в одном объектном файле. Помните экстерн переменные? Когда у меня межмодульные переменные возникали, да? И я думал, куда пихнуть эту переменную, о том, что она должна быть экстерн записана в заголовочном файле, но реально экземпляр переменной должен жить только в файле библиотеки mylib.cpp. Помните? Да. Тут та же фишка. Эта переменная, она мелькает и будет упомянута везде. Ну вот предположим, что вот эта штука, вот этот класс, он описан внутри файлика rabbit.h в заголовочном файле. Соответственно, в этом заголовочном файле у меня описан класс кролик, упомянута переменная, то есть наподобие экстерна, экстерн, внешне, она где-то есть, но обязательно должен существовать экземпляр этой переменной. То есть сейчас, если оставить как есть, оно просто не скомпилируется. Не то, что мусор. Мусор там ладно. Но она просто не скомпилируется, потому что нет экземпляра переменной. Поэтому мне надо не в заголовочном файле, а в файле rabbit.cpp. То есть в отдельном файлике. Ну, я вот это место оставлю, оно мне сейчас еще будет надо. Внутри файла rabbit.cpp. Что мне там писать? Там практически ничего писать не надо. Если бы я хотел, я бы мог тела методов туда вытащить. Но сейчас их не надо туда писать, да? То есть мне только нужно что? Это вот эту переменную. Слово static писать, ну я естественно делаю include, потому что cppшник соответствующей библиотеки всегда include свой заголовок, да, своей библиотеки. Include rabbit.h. Вот. И я делаю только одно. Это описываю вот эту самую переменную. При этом слово static писать не надо. Потому что все переменные, которые вне функции, они автоматически static. Понятно? То есть я просто пишу int. А дальше вот какой момент. Если я сейчас напишу int counter, то это будет не та переменная. Не скомпилируется. То есть у меня будет переменная, которая вне пространств имен, вне кролика, просто счетчик. Она, ну лежит она в rabbit.cpp, ну и что? Какая разница? При компиляции, ну отдельная переменная, ей никто не пользуется, она ни для чего. А той переменной как раз экземпляра не находится. Нет экземпляра.
значит, мне нужно написать ее полное имя. Полное имя, то есть Rabbit, два двоеточия, Counter. То есть точно так же, как я ее там поминаю. И тут это уже ее, собственно, экземпляр той самой, то есть она в одном факт этой переменной, да, ее как бы тело переменной. Вот я это тело переменной как раз и буду инициализировать. Понятный эффект? Зачем нам важно ее инициализировать? Мы же уже не выписали тип. Мы не можем написать просто RabbitCounter. Это ее декларация. То есть вот представь себе, что у тебя здесь заголовок функции, а тела нету. Ведь я имею полное право, конструктор тоже тут не писать. Написать только, есть такой конструктор, знай компилятор. А здесь прописать, собственно, сам конструктор. Ну, у конструктора нет возвращаемого типа, поэтому, а как мне его правильно назвать, кстати, если я хочу конструктор, тело конструктора вынести в цппшник. Rabbit, два двоеточия, Rabbit. В пространстве имен кролика, функция одноименная с пространством имен. Это и есть конструктор. Rabbit, Rabbit. Параметров у этого конструктора параметров нету, а тело его, пожалуйста, counter плюс плюс. Если это вот, если мы можем инициализировать в каком-то отдельном, то есть почему мы можем в самом верховном файле это сделать? Мы можем создать конкретное тело этой переменной, да, ее вот факт этой переменной. В любой единице трансляции или в main.cpp, или в rabbit.cpp. Но в обеих сразу нельзя. А когда у вас многомодульная программа, в которой будет и rabbit.cpp, и еще кто-то, и они все пользуются этой переменной, должна быть какая-то определенность. Поэтому принято. Не помню, как зовут. Спать нельзя. Нельзя спать. Вот. Так вот, принято, чтобы эта переменная, ее тело было именно тут. Точно так же, как нет жесткого ограничения, что у вас заголовок функции в заголовочном файле, а ее тело обязательно в этом цппшнике. Но это настолько жестко принятое правило, просто что вас не поймут, если вы сделаете иначе. Понимаете? Если мы этот сейчас уберем, и это не скомпилируется. Если я совсем уберу, и вот это, и вот это, у нас на этапе компоновки, то есть на этапе компиляции, и модуль main, да, давайте вот я назову main, тут тоже include rabbit, то есть он инклюдит только вот то. То есть на этапе препроцессинга этот текст копипастится вместо include. То есть в момент компиляции он, компилируя функцию f, будет знать, кто такой кролик, хотя тело конструктора еще нет, и конкретного тела переменной, то есть ее конкретного экземпляра, тоже еще нет. Он знает, что оно будет. Понятно? Он сохранит в объектном файле символьную информацию, что разыскивается переменная rabbit-counter и конструктор rabbit-rabbit, потому что тела нету. Да, я ожидаю, что на этапе компоновки, когда объектные файлы будут соединяться, я найду тело функции rabbit-rabbit, и я найду экземпляр переменной rabbit-counter. Если вдруг он в момент компоновки не найдет, то будет жить. Давайте я еще раз нарисую процесс, да, вот этот вот компиляции. Да, main.cpp, да, у меня есть rabbit.h и rabbit.cpp. Препроцессинг соединяет их, этот заголовочный файл, тупо копипаста, да? То есть я узнал текст описания этого типа, да, и вот, ну там что там заявлено, в частности, статический атрибут, да? Дальше это дело компилируется, становится файлами main.o и rabbit.o.
А потом, собственно, компоновка, которая собирает мне в этом main.exe в исполняемый файл. Понятно? Соответственно, у меня не должно возникнуть два экземпляра этой перемены. Я не имею... Нет, ну чисто теоретически я могу и тут написать rabbit-rabbit, int-rabbit-counter counter равно нулю. Вот тут. Но тогда у меня возникнет два экземпляра тут, и на этапе компоновки он обнаружит два и выдаст ошибку. Потому что, ну, так нельзя, он видит дубликаты. Почему ты говоришь, что он тебе не ставит, а равно статически? Статически, потому что так принято, так, ну а раз все равно сегмент дата загружать из экзешника, так зачем его делать специальным мусором? Ну, инициализировать его все равно. Да, он более того, в самом экзешнике уже прописаны значения. То есть, эти значения прописывает компилятор в сам экзешник. Экзешник содержит два сегмента. Сегмент кода, сегмент дата, ну и всякие заголовки по размеру сегмента стека и прочего. Это уже подробнее, кто захочет, можете почитать. Двигаемся дальше. А можно вопрос? Да. В том мейне, что у нас последний сяут выведет? Вот. Смотри, вот этот выведет 0. Да, да, это понятно. Этот выведет... Вот этот выведет 2. Да. Вот этот выведет 3. А последний сяут 2. А этот выведет 2. Потому что у этого отработал деструктор на этапе выхода из функции. Он перестал существовать. Деструктор отработал. Все. Угу. Ну что, двигаемся дальше. Все понятно с этими статическими, что ее нужно пихать в этот... Rabbit CPP, то есть она должна быть рядом с телами функций, если я их выношу в файл библиотеки, в CPP-шник, в исходный текст библиотеки. Ясно? Если же, я повторю еще раз, но если это статическая константа, то я имею право ее тут инициализировать. Потому что, а какая разница, сколько экземпляров статических констант? Правда? Она все равно точно константа, ее не будут менять. Нет взаимодействия. Пусть там будет один экземпляр статической константы, тут другой. Ясно? Поэтому static const можно инициализировать прямо в описании класса. Есть, правда, интересный вопрос, касающийся уже там конструкторов списка инициализации. Но сейчас я проверю, когда у меня список инициализации. Там я вам, наверное, про это и расскажу. Давайте сделаем перерывчик, не будем вас перегружать. Нет, здесь нет. Позвоним ему на сон. Нет. Итак, еще раз. Я эту переменную создал фактически вне класса. Она принадлежит только его пространству имен и все. Эта переменная живет вне класса, как бы. Вне его экземпляров. Даже если я сделаю сайзов класса Rabbit, то размер статической переменной не сказывается. Она в его размер не входит. Понятно? Это переменная, которая тупо живет в его пространстве имен. Понятно? Поскольку вот это есть описание класса Rabbit, то ее тело, ее фактическое выделение памяти должно жить вне. Поэтому оно живет у меня там. Оно не может быть написано вот тут, потому что иначе оно заинклюдится и туда, и попадет сразу в два объектных файла, и на этапе компоновки будет коллизия. Как два тела функции абсолютно одинаковых, они тоже в коллизию вступают на этапе компоновки. Итак, еще раз, в size of этот размер не войдет. Понятно? Кстати, тем не менее, класс Rabbit будет иметь size of не нулевой. Пустой класс в C++ имеет размер 1 байт. Ну так надо. Можно было создать реальный экземпляр, сослаться на него, адрес памяти, да. Он должен хоть сколько-то, 1 байт должен занимать. Даже если там ничего нет внутри. В смысле реального, да, не статических, а вот каких-то атрибутов. Ладно. Теперь еще один момент. Вы тут видите, что я тут все время вывожу этот самый каунтер, правда? У меня вопрос.
А не могу ли я его изменить извне? То есть взять и сказать rabbit 2 двоеточие counter равно нулю. Могу? Можете. Могу, к сожалению, могу. Паблик убери. К сожалению. А тогда я не смогу к нему доступаться. Протект. А? Протект. Ну, да, нет, протект это я потом объясню, что такое. Но логика правильная. То есть, в принципе, нам же надо делать какую-то инкапсуляцию. То есть, это же все-таки атрибут, ну, хоть вот такой вот косой кривой, но все-таки атрибут. Давайте мы перейдем в private. Или protected, потом объясню разницу. Вот. А все остальное, конечно же, конструктор должен быть паблик, чтобы можно было создать экземпляр. Так, но теперь я не могу его вот так обращаться к нему. Функцию сделать? Значит, мне нужно сделать функцию getter. Давайте ее напишем. Напишем ее. Называется getCount. Да? Напишем функцию. Она возвращает int. Возвращает getCount. И делает, собственно, return чего? Counter, да? Return counter. Ну, я прям тут фигурную скобку нарисую. Замечательно. Да? То есть я теперь вместо того, чтобы делать, собственно, rabbit counter, я что делаю? Я дергаю его метод. Взял x.get count. Да, y.getCount. Что говоришь? Да, как тогда в CPP-шнике? А зачем ее инициализировать, когда у меня этот каунтер, он и есть статически, он инициализируется в момент компиляции. Он должен, его никто не должен внешний. А если я хочу 10? А? Если я хочу 10. Пожалуйста, вставляешь 10, вот, с начала компиляции будет 10. Но он же это же правильно. А когда она описывается вот тут вот извне, это описание переменной, поэтому оно нормально здесь. И это не внутри функции, понимаете? Если бы эта инициализация, она как присваивание происходило внутри функции, то я бы понял проблему. Это описание переменной, описание, оно только так и может быть. А вот мы не... Да, но это же не присваивание, это инициализация. Она вообще, нет момента, когда она выполняется, кроме момента компиляции. То есть это не в момент выполнения программы, это когда создается экзешник. Когда создается вот ошник, потом компонуется в экзешник, вот там выделяется. И в момент загрузки экзешника в память, собственно, вот это число готовенькое. А можно спросить, оно включается любой приватный атрибут, можно ли как-то... Инициализировать? Да. В момент компиляции, но не в момент же выполнения. Ну, елки-палки, это никак не нарушает. Любой приватный статический. Потому что не статические, они должны получать свои значения в момент выполнения, когда создается экземпляр. Понятно? Поэтому там, да, там придется это делать из метода, из конструктора или из другого метода. Так, что еще у вас вызывает затруднение? А знаете, что должно вызвать затруднение? Вот этот момент. А когда кроликов еще нет, когда конкретный кролик есть, то я могу обратиться x.getCount или y.getCount. Это, сути дела, не меняет, понимаете? Потому что я, ну, чисто по-человечески и алгоритмически, я знаю, что getCount берет классовую, статическую переменную, да, то есть он берет вот атрибут общий на всех. Поэтому какая разница у x или у y спросить, сколько у вас кроликов, да? Но проблема есть. Проблема, ну и вот тут, пожалуйста, а getCount, так можно. Но. А вот когда кроликов нет совсем, у кого спрашивать? Нет ни одного кролика, нет экземпляра кролика. Специально создать экземпляр кролика, чтобы у него спросить?
Мы нарушаем этих, да? Что? Просто вызовите рейд-аккаунты. Как? Из пространства имен. Из пространства имен предлагаете сделать. Давайте попробуем. Rabbit, два двоеточия, get count. Логично? Нет. Почему? Не статическое. А? Ох ты, какой умный человек! Но чисто синтаксически похоже на правду. Да? То есть я из пространства именно кролик дергаю функцию. Вопрос вот в чем. Что у меня внутри любого метода, вот тут вот в его теле, должна существовать, должен существовать указатель this, ну как self, да? То есть указатель на текущий экземпляр, для которого этот метод вызван. А если я вызываю метод абстрактно, то есть кролик как вид, как бы, сколько кроликов, понимаете? То есть нет конкретного кролика, значит указатель this здесь не то что равен null ptr, а его не существует. Но как мне объяснить, компилятор же будет возражать, он скажет, ой, сори, извините, подождите, вы как, нельзя так дергать методы? Он же не будет всматриваться в тело этого метода на этапе компиляции, вникать, он тут не воспользовался ни одним экземплярным атрибутом, может быть ему this не нужен тогда? Потому что this используется неявно, если я напишу в теле какого-то, ну там, int x, да, и у меня в методе используется x равно нулю, например, ну мало ли что такое x в конструкторе, там x, неважно, да, то this для этого будет использован фактически. То есть ему же нужно найти эту переменную, для этого нужно указатель на текущий экземпляр. А здесь он всматриваться не будет. Значит, мне нужно каким-то образом, каким-то словом, объяснить компилятору. Этот метод особенный. Кстати. Гениально. И именно так и сделано. Static. Это слово упоминается, оказывается, не только для атрибутов, но и для метода. Статический метод получает бонус. Бонус – это возможность быть вызванным независимо от объекта. Безэкземплярно. То есть абстрактно. О, кролики, каково ваше количество? Rabbit, два двоеточия, get count. Это не отменяет возможность вызова статического метода для конкретного экземпляра. Для конкретного экземпляра его тоже можно вызывать через точку. А? Понятно, да? За этот бонус ему приходится статическому методу чем заплатить? Отсутствием указателя this внутри. То есть у него, значит, у статического метода, да, ну я даже не знаю, куда вписать, потому что тут еще мне сейчас место понадобится для этого кролика. Да, ну я вот сюда вот стрелочкой напишу, да, на слово static такую стрелочку. Это будет означать, что для него нет указателя this, и одновременно с этим, да, нельзя пользоваться атрибутами. Нельзя пользоваться нестатическими атрибутами. Нестатическими атрибутами. Понятно? То есть, если я внутри такого метода, имея экземплярный атрибут x, обращусь к этому x, x равно нулю, например, то компилятор мне прямо на этапе компиляции посмотрит, ой, статик, а x не статик. До свидания, так нельзя. И прям тыкнет мне в это место и скажет, попытка использования нестатического атрибута в статическом методе. Вы поняли логику, что такое статический метод? Поняли или нет? Ладно. Так. Ну что же. Давайте теперь... Давайте теперь... научим кролика выводиться на экран.
даже не знаю. Давайте постепенно сейчас будем это делать. Давайте научим кроликов складываться. Когда я складываю двух кроликов, у меня получается... Третий кролик. Ну, давайте сейчас они по одному будут. X плюс Y равно будет какой-то новый кролик. Значит, у меня должна возникнуть функция, которая потребляет двух кроликов и возвращает кролика. Нет, она должна возвращать трех кроликов. Нет, они не, от этого не исчезают. Я имею в виду, что они будут получаться по ссылке, а функция возвращает нового кролика. Понятно? Мы их будем делать ее отдельно или внутри класса? Я хочу ее сделать внутри класса. То есть по возможности все функции надо вписывать внутрь класса. А? Вот. Но есть еще одна интересная фишка. Я бы хотел, чтобы я смог вызывать эту функцию следующим образом. Ну давайте сейчас я перепишу как бы заново, я не буду все тут трогать, я как бы заново перепишу класс кролик. Класс rapid, у которого у меня будет приватное, заранее я продумываю его, приватное, приватный атрибут, ну, например, что? Вес. У кролика есть вес, самый ценный его параметр. Сколько он весит, сколько получится мяса. Значит, private. А? Private in weight. Ну, я сделаю, конечно, я ж умный. Ее же надо где-то, она раз она приватная, где-то инициализировать. Я сделаю публичный конструктор. Public. Rabbit. Я сейчас по минимуму буду выносить в отдельный файл. Статических я не делаю, не надо, да, я не буду сейчас их считать. Поэтому все у меня без ЦППшника обойдется дело. Итак, rabbit конструктор с int w. И я здесь возьму и напишу, что, что у меня weight равно w. Чтобы я инициализировал, создавая кролика, я давал ему размер. Это понятно, да? Деструктор писать не буду, не нужен деструктор. Конструктора по умолчанию нету. Кролику обязательно создается размер. Итак, я сейчас хочу, чтобы... ну, понятно, я могу написать геттер, который возвращает вес кролика, не буду писать сейчас. Я пока что хочу сделать следующее, чтобы я мог создавать кролика, у которого промежуточный вес между двух кроликов. То есть он как бы наследует вес пополам от тех. Да? При этом я хочу, чтобы пользоваться этим можно было вот таким вот образом. То есть use case вот такой. Я делаю rabbit A10, B20. Два кролика. Один веса 10, другой веса 20. А затем я делаю следующее. Я делаю кролика С. И я этого кролика С делаю вот так вот. А плюс Б. Я хочу пользоваться операцией плюс. Но вас не удивите этим. Вы помните, что в Питоне можно было перегружать операции. И, конечно, вы порадуетесь, что в C++ тоже можно перегружать операции. Как это сделать? Итак, внимание, во-первых, как интерпретировать вот это вот выражение. А плюс Б будет интерпретировать... Вы помните, что было в Питоне, да? В Питоне, когда я писал X плюс Y, да, Z равно X плюс Y, там это что подразумевалось? Это означало X точка подчеркивание, подчеркивание, added от Y, да? Ну, был метод added, он был x-овый, ему передавался y. То есть в общем случае x плюс y равняется y плюс x. Да. Да, да, да. То есть это исключительно за счет там свойств реального сложения вычитания. Так это именно так, да. Вот. Как это в плюсах расшифровывается? Здесь это расшифровывается так. А... Ну, давайте комментарии, что ли, напишем, чтобы было понятно, что это а.оператор
плюс в скобках b. Давайте, ладно, я уберу этот комментарий, это все делать некрасиво. Это первая версия. Можно сделать так. Или может быть реализовано вот так. Оператор плюс а, запятая b. То есть я могу сделать функцию вложенной в сам класс, то есть методом, а могу сделать ее внешней функцией. И так можно сделать. Главное, чтобы не возникло конфликта. То есть в момент, когда компилятор встретит а плюс b, где а и b это рэпиты, чтобы не возникло такой ситуации, что у него одновременно существует и метод кролика, который потребляет кролика, и функция, которая потребляет двух кроликов. Так они же будут перегружаться. Дело в том, что здесь именно возникает конфликт перегрузки. Почему? У нас там одна переменная. Нет, дело в том, что, еще раз говорю, а плюс b может трактоваться и так, но фактически и тут два оператора. Только здесь этот идет как self, ну то есть this, да, а здесь они оба идут как первый-второй оператор. Соответственно, я могу и так сейчас это описать. Давайте сейчас это дело опишем. Итак, кстати, есть такая фишка. Я вот так и могу вызывать, то есть оператор плюс, это... Слово оператор является ключевым, и оно блокирует использование операции как операции. Она становится частью имени. То есть имя функции оператор плюс. Понятно? Только эта функция может быть либо методом, либо внешней функцией. А можно присваивание перед? Можно. Оператор равно. И это обязательно нам надо бы сегодня успеть, хотя я не уверен, что мы успеем. Ладно, двигаемся дальше. Короче. Вот вопрос. А если мы оператора вот, оформим это как внешнюю функцию, мы... Ну, я сейчас покажу место, где это придется делать как внешнюю функцию. А если я еще раз хочу перегрузить, скажем, для другого класса операцию? А там срабатывает перегрузка функции. То есть у тебя оператор плюс, поскольку функции можно называть одинаковыми именами, но они будут для разных типов. То она будет, пожалуйста, можно перегрузить для одной функции вот так, для другой вот так. А оператор плюс у нас не случайно. В смысле, его можно назвать по плюс. Нет. Слово оператор специальное. Оно блокирует воспринятие синтаксического плюса как отдельной операции. Понятно? То есть нельзя использовать в качестве имени атрибута в классе. Слово оператор да. Нельзя. А вот оператор плюс составляет единое имя, да, оператор минус минус, вот, да, и унарный тоже можно перегружать. Но давайте сейчас пока с бинарным. Бинарный плюс, я сделаю выбор вот в пользу вот этого. Я буду сейчас перегружать как метод. Есть рекомендации, какие бинарные операции как перегружать. Но глобально считается хорошим тоном все унарные операции делать методами класса, а бинарные операции немножко по-разному, то есть одни так, другие так. Но лучше делать методами класса. Лучше. Но для некоторых ситуаций неизбежно придется делать иначе. Вот я сейчас покажу и первую, и вторую ситуацию. Первое делаем как метод класса. Итак, я описываю оператор, который возвращает что? Он возвращает экземпляр кролика. Не ссылку на кролика, не указатель на кролика, а экземпляр. Значит, он у меня возвращает... Давайте я сделаю так, я чуть-чуть прибью влево, хотя отступ должен был бы быть вот тут, но я чуть-чуть прибью влево. Возвращаемый тип rabbit. Название метода. Оператор плюс. Да? Какие у него параметры? Две ссылки на двух кроликов. Ссылки константные. То есть мне не придется менять этих кроликов, я просто ими воспользуюсь, чтобы узнать их вес. А менять вес не буду при этом. Соответственно, я пишу const rabbit ampersand a запятая const rabbit
первый кролик у меня и так доступен. Const rabbit ampersand b. Или даже давайте напишем const rabbit ampersand other. Другой. То есть у меня будет this и other. А? А const обязательно или просто для... Крайне желательно, потому что если вдруг кто-то захочет заплюсовать кролика, который константный, его нельзя менять, потому что над ним висит константность, то ваш метод не сможет. Он скажет, ой, извините, я не могу, потому что он не константный, а на самом деле ему не требовалось его менять. Просто он не... Ну, это отдельный разговор про константу, он должен отдельно еще состоять. Знаете. А? Чем больше компилятор знает, тем лучше. Так, спать не надо. Не надо спать. Так, ладно. Еще одно место, где я напишу const без подробных объяснений. Вот тут я напишу const. Прямо вот тут еще раз const после скобки закрывающейся. Ой. Это гарантирует неизменяемость this, что текущий экземпляр класса, для которого вызван метод, не будет изменен в процессе этого метода. Итак, содержимое метода. Что я делаю? Я возвращаю сразу нового кролика. То есть я здесь временного кролика, который пойдет в return. Создаю, прям тут дергаю конструктор. И дергать конструктор можно явным образом только тогда, когда вы создаете временный объект. Вот, собственно, я создаю временный объект, я сразу пишу конструктор его, передавая ему в качестве входного параметра средний вес, а именно свой weight так, плюс... Ой, а что мне int weight? Мне не нравится, что int. А ладно. Давайте float. Double. Двойной вес такой. Как приятно звучит. Double weight. Weight плюс other точка weight пополам. Свой вес плюс вес товарища пополам. Скобка номер 2 закрылась. Вот эта внешняя скобочка. Скобка конструктора. Точка с запятой. Фигурная скобка закрылась. Я сейчас сделал оператор плюс, который создает и возвращает нового кролика с весом усредненным между весами this кролика и other кролика. Ну, this кролик мне не нужно было, this стрелочка weight, не обязательно, просто weight, как мы помним, так можно обращаться к атрибутам текущим, да? Сейчас. У нас other это... Other это ссылка, так ссылка, она же на то и ссылка, она постоянно разыменована указатель, там стрелочку можно не писать. Там точка пишется. Ссылка это всегда разыменованный указатель. А я могу написать просточку.other? Нет. Нет. Нет, ссылка это не указатель. Ссылка это не указатель. Ссылка это всегда разыменованный указатель. Как бы. Короче говоря, начиная с этого момента, как только я описал такой оператор плюс, аллилуйя, я могу действительно это использовать. Ясно сейчас, да? А теперь я добавляю use case. Чего я еще хочу? Я хочу, чтобы я имел возможность вот так сделать. Cout C. А? А ну, конечно, он выдаст ошибку. Но я хочу запихивать этого кролика прямо в сяу. А? Питон написал какой-нибудь print. Ну, print, да. Питон, печатая, он бы написал абстрактно достаточно, но он бы написал object, типа class rabbit. Да? Class rabbit object. А здесь он скажет, извините, я... А что он, кстати, скажет? Давайте так, разберемся, а что вот это вообще за штуковина? Ведь что такое вот это мы делаем? Мы писали cout, не понимая до конца, что он делал. А давайте разберемся. Типа. Настал момент. Он пишет несовместимые объекты сдвига. Аж оператор битового сдвига. Вот эта хрень. Оказывается, что это такое? В чистом языке C оно существовало. Ну, например, давайте, 17,2. Это что значит? Это значит, что у меня у числа 17 есть какое-то двоичное представление. Ну, 17 это у нас что такое? Это 16, да? Плюс 1. Вот это вот.
двоичное его представление. Он, естественно, живет не изолированно, а в каком-то, ну, хотя бы байте. На самом деле, там минимум 4 байта под инт, на самом деле. Но сейчас не будем волноваться по этому поводу. И битовый сдвиг на 2, он что делает? Он перетаскивает эти биты все налево на 2 бита. Понятно? То есть результат у меня будет 1, 0, 0, 0, 0, ой, прошу прощения, 0, 1, а те биты, которые справа остались, там он нулями их просто заполнит. Они тупо нулями будут. Битовый сдвиг, он соответствует домножению на 2. N раз. То есть, по сути, вот это дело, оно примерно эквивалентно, почти эквивалентно, да, 17 умножить на 2 в квадрате. Да, то есть вот это вот, это степень двойки, на которой он был. А если я буду вправо битовый сдвиг, то я как бы делю с отбрасыванием моста. Ясно? В чем фишка? В том, что если вдруг у меня какие-то единички уползут налево за пределы числа, то плевать он на них хотел, он молча их съест. Они вышли за границы байтов. Все, до свидания. Поэтому это не совсем безопасен, но зато очень быстрый способ домножения на степень двойки. Вот. А здесь... Этот оператор стали в C++ использовать с другой целью. То есть, когда мы выводим на экран, на самом деле мы не на экран выводим, мы не вызываем никакой функции, а мы вызываем оператор. Это бинарный оператор битового сдвига. И этот оператор битового сдвига, давайте я напишу handle, вот здесь вот. Он имеет приоритеты слева направо, то есть вначале выполнится вот это, а потом над результатом этого битового сдвига выполнится вот эта битовая операция. Левый оператор, правый оператор. Понятно? В процессе вычисления этой операции еще что-то выводится на экран. Это составляет ее главная суть. То есть произошла смысловая, не просто перегрузка оператора, а смысловая перегрузка. Теперь этот оператор, это оператор вывода в поток. То есть для чисел он будет работать по-прежнему, но для специальных объектов, которые называются объекты потока вывода, outstream, правильно, o-stream, коротко, o, то есть output, output stream, o-stream. Для этих объектов, которые описаны в стандартной библиотеке std, конкретно в... ее библиотеки EOStream или FStream для файловых потоков, он все равно найдет этот класс, который описан у него в глубинах стандартной библиотеки, который называется OStream. Соответственно, мне требуется описать такой оператор. Давайте вот я сейчас вот тут отрежу себе место. Я опишу этот оператор. Причем левым его операндом является не кролик. Левым его операндом является OStream. Теперь представим себе, что я захочу. То есть, в принципе, есть какие варианты трактовки вот этой штуковины? Какие варианты есть трактовки? Вариант первый. Вот строго вот по вот этому. Это xout.оператор влево-влево, c, да? И второй вариант, оператор влево-влево, xout, c. Теперь представим себе, если я захочу пойти по первой траектории. Я открываю стандартную библиотеку, ее исходники. Лезу и нахожу, где там живет поток OStream, где описан класс потока OStream. Я дописываю к нему оператор. Перекомпилирую всю стандартную библиотеку вместе с этим классом OStream, да? И наконец-таки у меня будет определено, что же такое вывести кролика к этому. Понятно? Это немыслимо, недопустимо, и более того, могут возникнуть циклические взаимосвязи. Чтобы сделать кролика, нужно подключить библиотеку, чтобы... В общем, это в данном случае становится невозможным. То есть вот этот вариант исключен. И остается только один. Внешняя функция. То есть мне требуется определить этот оператор вывода в поток как внешнюю функцию, принимающую два операнда. Значит, я что? Пишу, закрываю спокойно свой класс, оставьте чуть-чуть места, и пишу внешнюю функцию, которая... А что возвращает этот оператор?
Смотрите, он должен возвращать поток. А будем честны, не в сам поток, а ссылку на поток. Поэтому он будет возвращать std ostream амперсан. Это тип возвращаемого значения. Ссылка. Наименование функции. Наименование функции, она внешняя по отношению к кролику, поэтому rabbit 2 двоеточие там не надо писать. Она просто называется оператор влево-влево. Открываю скобку, продолжаю на следующей строке. Какие параметры? Первый параметр – это ссылка на поток ostream. То есть дубликат того, что уже было. std 2 двоеточие ostream амперсан. Ну и параметр, естественно, что должен как-то называться. Давайте я назову его out. Фактически, формальный параметр называется out. Фактически, я могу туда cout подставить. Или cr. Любой объект типа ostream можно будет туда подсовывать. А формально он у меня называется out. Второй параметр имеет тип кролик. При этом кролик у меня... Можно его передавать по ссылке, да и по константной, потому что этот оператор не будет его менять. Поэтому что я могу сделать? Я могу сделать, соответственно, const rabbit ampersand ampersand. Ну, я не знаю, как его назвать, этого кролика. Давайте назову его x. На этом два параметра переданы. Открываем тело оператора, тело функции. Да, кстати, поток не должен быть константной ссылкой, иначе не получится туда записывать. При описании вот этого оператора вывода поток должен быть не константной ссылкой. Что я делаю? Первое, я реально описываю, что значит вывести кролика. Я сделаю так, я в этот поток out отправлю x, давайте я напишу wait, или давайте слово rabbit, rabbit, запятая, wait, равно, и что еще? И туда же, в этот же поток, выведу его, собственно, x.wait. Понятно? Перевод каретки я писать не буду. Но что я еще забыл? Я забыл вернуть этот поток. Зачем? Если я не буду писать return out, если я напишу этот оператор, который у него void будет результат, то я не смогу вот так вот продолжать писать, дописывать туда справа. То есть у меня результатом этой операции будет void, с которым больше ничего делать нельзя, нужно точку с запятой ставить. Понятно? А если он возвращает ссылку на тот же самый поток, то получается, что результатом вот этой операции вычисление вот этой операции является, помимо того, что вывелось на экран rabbit, weight и реальный вес этого кролика, возвращается ссылка на тот же самый cout. И получается, что handle отправляется после этого в тот же самый поток. Понятно? Ну, просто чисто для удобства. Поэтому вот скобки, естественно, что никто не пишет. На самом деле все вот просто вот так вот делают. Да, и... Те, кто перегружает оператор вывода, знают, что нужно возвращать ссылку на тот поток, который ты принял левым оператором. А просто писать функцию применения, которая делает это неудобней? Неудобней. Но там есть еще, я не буду сейчас рассказывать, проблемы, которые возникают еще при наследовании с виртуальным. Потому что эта функция, она внешняя, она не виртуальная, а мне бы надо бы... Вы не знаете пока? Скоро узнаете, чуть позже, если хватит разумения. Ладно, двигаемся дальше. Не работает программа. Вот все правильно Тимофей Федорович написал, но не все написал. Чего не хватает? Дело в том, что оператор... Где куда тыкать компилятор? Компилятор будет тыкать вот сюда. Он скажет, Тимофей Федорович, а... Вы знаете, что wait является приватной переменной? Я говорю, ну вроде бы да. А он говорит, а вы знаете, что оператор влево-влево является внешней функцией по отношению к классу, не является методом?
Ну да. Так нельзя внешним функциям лазить в приватные переменные класса. Опа! Опять как разрешить? Я не могу запихать оператор влево-влево в методы кролика. Но геттер сделать. Геттер, то есть мне придется отказаться. А, можно геттер сделать? А если я хочу, чтобы все-таки он умел вытаскивать изнутри без геттера? Волшебное слово. Волшебное слово. Надо их подружить. Надо этот оператор влево-влево сделать другом класса Rabbit. Friend. Для этого существует специальное слово friend. Я говорю, friend, дружественная функция у тебя есть. Кролик, причем, кстати, это пишет сам программист, который пишет кролика. Он говорит, у класса кролика есть дружественная функция. Ей можно все. Друг, дружественная функция может... Private, это как, не знаю, личный сейф. Вот друг может в личный сейф лазить, что угодно творить, присваивать переменные, которые только можно присваивать. То есть он действует как метод, но только у него нет класса этого this, и он не является методом. То есть он вызывается независимо от... Это отдельная функция, она отдельно живет себе, валяется, но здесь она упоминается. И тут нужно повторить полностью ее заголовок. То есть вот это все... Взять вот от и до, написать вот сюда и точку с запятой поставить. Понятно? Friend, полный заголовок и точка с запятой. Почему полный заголовок? Потому что функции могут называться одинаково, а реально в зависимости от типов параметров быть перегруженными. Одна может дружить, а другая нет. Да? То есть нужно четко друга распознать. Так, Иванов Иван Иванович. Возвращающий STDO стрим амперсан. Еще одна маленькая фишечка. Обычно в C++ упоминаемый объект уже должен существовать раньше. То есть упоминаемый идентификатор должен уже быть существующим ранее. Правильно? В данном конкретном случае это не требуется. Когда я описываю друга в описании класса, я как бы выдаю визу. Представьте себе, что класс, как некое государство, он выдает визу. Вот представьте себе, может ли государство Нигерия, или вот мы какое-нибудь свое государство создадим, ну, на каком-нибудь острове, государство Нигерия может ли выдать визу Наполеону Ивану Михайловичу? Его может не существовать, его может никогда не родиться и не появиться. Да, там Наполеон Бонапарт, я уж не знаю, там этих Наполеонов было много, но смысл в том, что эта виза может не быть нигде реально реализованной. То есть такой метод может, ну, как бы вы этот класс Rabbit инклюдите туда, инклюдите сюда, он попадает и там, и там, и там. Но не в одном месте, в одном каком-то месте функция встречается, а в других просто ну, не встретила, значит она и не нужна. Понятно? Так что никакой паники от того, что friend реально не встретился, при описании класса не будет. Ясно? То есть последовательность обратная. Именно вначале пишем класс, упоминая друга, а уже потом описываем тело дружественной функции. При этом сама дружественная функция нигде слово friend не содержит. Она просто тупо берет и пользуется его приватными переменными. Ясно? То есть, но это я вам не все, конечно, рассказал сегодня. А как друга напишем, уже от нас зависит. Да? А? Как друга напишем, уже от нас зависит. Да, но у него полностью все возможности влезть внутрь класса. То есть он нарушает принцип инкапсуляции. Все, спасибо большое.